Челябинский клуб «Трактор» оштрафован на 100 тысяч рублей. Такое решение приняло руководство континентальной хоккейной лиги, и все из-за поведения болельщиков. Как сообщается на официальном сайте КХЛ, 25 октября и 1 ноября во время матчей со «Спартаком» дома и магнитогорским «Металлургом» на выезде челябинские фанаты оскорбляли и даже провоцировали соперников и их болельщиков. И вот, основываясь на дисциплинарном регламенте, клубу применены штрафные санкции. Добавим, что администрации «Трактора» уже выносили предупреждение за нарушение со стороны болельщиков.